Друзья, всем привет! Сегодня 21 апреля. Конечно, рано высаживать вот эти все деревья фуксивые, пеларгонии, хлорофитумы, все на улице выносить еще рано. Вот подвесики у меня стоят, плохо видно. На улице тепло очень, 23-25, но еще рано, потому что будет похолодание. Это все обманчиво тепло. Я сегодня думаю, я вот уже, наверное, еще разочек если полью, подкормлю и все, и больше я ничего тут делать не буду. Потому что май месяц скоро уже. Я все фуксии повернула другой стороной и увидела, на них белокрылка летает. Сейчас я ее буду обрабатывать чем-нибудь. Скорее всего, какой-нибудь биркой такой химической. Если не найду, то значит тогда горчичный мало у меня есть. Хотела показать хлорофитум. Вы представляете, какой он вымахал за зиму. А рос хлорофитум вместе с пеларгонией летом. Пеларгония цвела шикарно. Он был нормально обыкновенный. А за зиму он вырос гигантский и задушил мою пеларгошку. Вот видите, ей не хватает питания. Так-то все пеларгонии стоят хорошенькие. Я вот даже их в последнее время не чищу. Почеренковала некоторые и все, и оставила так, как есть. Эта калиопочка плохо нарастает, и черенков у меня нет. И вот у меня два горшка. Вот еще, надеюсь, будет она у меня хорошо расти. Белая зацветает. Вот тут вот две каких, не знаю, не помню. Оранжевые, наверное. В общем, я почикала еще бегонию. Вот эту. Взяла череночки. И вот эту чуть-чуть взяла. И все, на этом я полила. И надеюсь, я скоро их все высажу. Эти деревья фуксивые. Ой-ой-ой, какие огромные. Поэтому, надеюсь... До мая они у меня переживут тут. А на этом все. Пока-пока.